Члены наркосиндиката задержаны в Туркестане и Кунаеве. Масштабную деятельность преступной группы пресекли сотрудники КНБ. Сообщается, что дилеры промышляли продажи синтетических наркотиков в особо крупных размерах. Каналы поставок и сбыта были хорошо налажены, запрещенные вещества продавали в соцсетях. При обысках изъяли более 100 килограммов синтетики. Ее планировали продавать в 8 городах Казахстана, включая Астану, Алматы и Шымкент.